Украинские военные накрыли минометным огнем блокпост ополченцев, когда там находился автобус с мирными гражданами. Есть жертвы. Стрелять силовики не прекратили даже тогда, когда приехала скорая. Раненых медикам пришлось эвакуировать с риском для жизни. С места событий репортаж Дмитрия Толмачева. Это один из автомобилей, который пострадал в ходе обстрела со стороны позиций украинских вооруженных сил. Водитель этого автомобиля погиб. Известно о более 10 пострадавших, среди них как мирные жители, так и бойцы Луганской народной милиции, которые находились на блокпосту неподалеку от этого места. Это последний рубеж Луганской республики. В нескольких минутах езды украинские военные. Среди пострадавших 8 человек. Это абсолютно мирные граждане. Сейчас, вы слышите, идет обстрел наших позиций. Есть пострадавшие среди наших военнослужащих. Поэтому уходим. Сейчас обстрелы продолжаются. Пострадавших развезли по больницам. Как минимум трое в тяжелом состоянии. Ранения тяжелые. Значит, у одного ранение, проникающее в брюшную полость, ранение паха. Сейчас он прооперирован, находится в очень тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Один больной находится в травматологическом отделении. Там ранение конечности. И третий больной еще в операционной, окончательно объема повреждений, пока не знаем. Еще им занимается период.